Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данном видео мы вам покажем, как меняется катушка, которая отвечает за USB-соединение с компьютером. То есть данная электронная книжка не видится компьютером. Сейчас мы будем наносить флюс и отпаивать элемент. Далее наносим флюс и устанавливаем новую катушку. Мы вам показали, как устанавливается катушка USB на электронной книге. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!